Всем привет! Кнапинсата. Сегодня будем делать коралл. Ребята, вы представляете? У нас будет коралл. И коралл непростой, коралл из Петра, мягкая игрушка. Ну что, показывай, какие цвета. Вот такие, ребят, красивые. А будем шивать вот таким цветом. О, да, ребят, кораллы же разноцветные. А чего ты удивляешься? Ты же цвет выбирала. Да. Так, обводим, ребятки. Кому нравятся кораллы, скорее пишите нам в комментариях. Может, кто-то видел или пробовал, трогал их руками. Ребят, пишите нам, какие у вас были ощущения. Мне кажется, это так, наверное, круто. Такие ощущения какие-то интересные. Будем улитками резать. Точно, у нас, ребят, новая канцелярия появилась. В прошлом видео мы вам показывали. Да. Ножнички и улитки такие красивые, удобные. И очень удобно резать ими, ребят. Что там такое? Не хотят резать фетр, что ли? А уже режут. Видите? Только с рисом. Даже не знаем с принцессой Златой, как мы будем наполнять, ребят. Ну что, сложилось? Получается? Вот, да. Там в ходе уже шитья будешь поправлять ниточку, ребят. Как мы впихаем ниточку между двумя тканюшками, да? Да, вот так. А ну покажи. А, вот так вот. Что, а для чего это нужно, ребят? Скорее пишите нам в комментариях. Чтобы узла не было. О, принцесса Злата вам уже подсказала. Узлик прячем в тканюшку. Все правильно, принцесса Злата. И сшиваем. Маривари. Новый год, Новый год, лёга шарики. Принцессе Злате уже хочется Новый год. А вы знаете, ребят, мы даже снимем много видео по зиму. Это точно, если снега много нападает. Ну, об этом видео, как Фелисити со мной на санках. Да ты что, возьмешь Фелисити с собой? А Шарлотту возьмешь? Ну, да. Куколок Энчантималс, ребят, из зимней коллекции. И ребята, так как у нас все так маленько и узенько, мы можем маленький кусочек синтепона. Придавливаем двумя сторонами и пришиваем, потому что по-другому мы не сможем наполнить. Думали, что будет легко, а оказалось достаточно сложно, ребят. Ага. Я даже не думала. Да, принцесса Злата прошила половину. Решили попробовать заполнить, а у нас не особо-то и получилось. Очень так тяжело пропихнули, конечно, может, не везде, не знаю. Но сейчас будем, когда доделаем, вам все покажем, вы видите, ребятки. Да. Я думаю, будет прикольно. Тогда 2 дня спать надо будет. Отсыпаться, восстанавливать силёнки свои, да? Да, новых. Как вам, кстати, видео с Импалой, ребят? Вы участвуете в нашем розыгрыше? Я думаю, да. Пишите нам комментарии скорее. В конце нашей рубрики с картинами мы разыграем, присвоим всем порядковый номер, но только тем, кто написал нам комментарий. Да. И разыграем нашу картину. И, конечно же, отправим. Кто не подписался и не принял, нет, в участие. Да, кстати, без комментария участие в розыгрыше принять не получится, ребят. Да. Это наш первый розыгрыш. Поддержите нас, пожалуйста. Хорошо. Ребят, мы уже на финишной прямой. Доживаем наш коралл.
Пишите нам скорее комментарии, нужны ли глаза кораллу. А то мы не знаем, что нам делать. Клеить или не клеить? Нет. Нет? А чего нет? Может, коралл хочет быть глазастый? Коралл без глаз. Точно? Да. Ну, ребят, пишите нам свое мнение. Мы пока дошьем, увидим, нужны, не нужны. Принцесса Злата, тебя ребятам не видно совсем. Где-то там под столом шьешь. Покажи ребятам, что ты там делаешь. Все-таки красивый цвет ниток ты подобрала, принцесса Злата. Очень красиво смотрится и с серым, и с бирюзовым. Такой у нас разноцветный коралл, ребят. И не надо никаких блестяшек, пайеток, ничего. Я клава туруру. Я коралл. Я фалала. Ребята, кто сказал апельсин, тот и апельсин. Я дошиваю мой коралл. Кстати, ребят, кто ждет видео по манифлитиков, это уже настоящие слоны. Скоро-скоро опубликуем, ребят. Возможно, даже между видео с кораллом и, ну, в принципе, оно следующее и будет с улитками, да? Возможно, даже два сразу опубликуем. И про ритиков, и про эгреги. О, наш коралл туру-ру-ру-ру. Он очень красивый получился, так прямо мягенький, посмотрите. Смотрите, как Злата его сомнула. Это очень лениво. Очень долго, да? Кропотливая работа, ребят, но очень, смотрите, как круто получилось. Покажи его с другой стороны, сереньким. Ребята, смотрите. Это что, язык? В общем, наш коралл, ребят, может маскироваться, да, то одной стороной, то другой. Да. Всем пока. Вы на канале Принцесса Злата. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, жми на колокольчик и всем пока. Лето. В коллекцию его.